дня. Сегодня у нас день рассказов. Расскажем про фрумугу на павильон. Смотрите, для того, чтобы... Сейчас мы с другой стороны покажем. Вот видим, да? Вот фрумуга. Для того, чтобы установить нашу фрумугу, чтобы все было красиво, качественно и как должно быть, вам в секции, вот, например, ну, будет еще 3 метра, например, вам нужно проложить с одной стороны лист, с другой стороны лист. И здесь половинка. То есть для начала вам нужно, если разрезать один лист пополам. То есть он идет 2,10 блин шириной, и его пополам 1005 режете. Укладываете везде поликарбонат справа-слева, остается у вас вот проем, да, например, проем для фрамуги. Вы крепите фрамугу, идемте внутрь, на петли, все по порядку, да. Поликарбонат разрезали, везде все установили и устанавливаете. И вот здесь прикручиваете, обратите внимание, видите, петли. Можете на клопы их установить. Парни у меня устанавливают на 5,5-19. Можно на клопы, чтобы поменьше выступал. Но тут хоть как-нибудь выступать, потому что здесь вот кругляшок. Да? Установили 2 петли. Фрамугу установили. Все, выставили. Тут на газ лифтах, да, стоит. У вас здесь зазор. Выставили. Шпингалет установили. Шпингалет специально для зимы закрывать, если что. Ручка. Если у вас ручная, у вас вот такой рычаг ставится. Видите? Если газлифты, то газлифты. Если автоматы, то автоматы ставят с пружинами. Следующий этап. Идем дальше. Идем. Здесь показываем. Следующий этап. Вы берете этот лист. Накрываете его с той стороны до... Чтобы выступало за форточку нахлёст. Видите нахлёст? Вот обратите. Выступает, да? По краю. Чтобы сантиметра два выступал за прогон, который идет по низу. Ниже. Обрезаете. Потом, значит, кроете и потом низ подводите под него. Ничего сложного. Есть обратить на что внимание. Идем дальше обратно. Крепить. Сейчас откроем. Смотрите, видите, целый лист. Он здесь не прорезается никак. Крепить надо, чтобы вот видите, вот тут загиб. Чтобы взлома не было, ниже шайбу. Вот шайбочка, например, да? И вот здесь шайбочка. И все, здесь больше нигде не крепится. Крепится только на фрамуге. Раз, два, четыре. И по низу. Раз, два, три, четыре. Все. И вот тут пошел снизу. Видите, вот тут. На клопы здесь крепим. На клопы. Видите? Все, ничего сложного нет. То есть, не про... И получается нахлест здесь идет. Нахлест с другой стороны. И нахлест вот здесь. Видите? Получается полностью герметичная фрамуга. Вот вроде бы все, все рассказал. И еще самое главное про перелив. Чтобы обратили внимание, поликарбонат ложится на перелив. И вот видите, вот тут перехлест получается. Приходится добавлять еще одну шайбочку, чтобы придавить вот этот вот щель. Поменьше, минимизировать ее, так скажем. Вот так вот. И главное еще поставьте цепочки, видите, в натяжку, на какой вы открываться будете, чтобы ветром ее не могло перевернуть и сломать поликарбонат. Цепочки ставьте обязательно, обратите на это внимание. Они крепятся, получается, изнутри. Последний штрих, вот они, видите? Ну, где как, где на фермы, где на арки, где все торцы, вот так вот. Вот, все просто, так что пользуйтесь, делайте, такая мини-инструкция. Фрамугов, это и на арочных то же самое, на павильон, то есть на полукруглых крышах. Смотрите, ставьте лайки, всем спасибо за просмотр, пишите нам, задавайте вопросы. Всем пока.